Всем-всем огромнейший привет, друзья! Добро пожаловать на канал Вязаные Истории. Меня зовут Юля, и я спешу с вами поделиться своими вязальными продвижениями, своими вязальными эмоциями и, возможно, кого-то зарядить на вязание этим жарким летом, потому что многим довольно сложно вязать. Я, в принципе, не исключение из правил, но все же, что у меня получается, я, конечно же, вам показываю, мои дорогие друзья. И если вам интересно, то продолжайте смотреть. А я вам показываю вот такую гору конструкцию, да. Кто-то скажет, что это, зачем это. А это, мои дорогие друзья, моя готовая работа. Я ее только-только закончила, буквально пару минуточек. Я для вас записала мастер-класс, видеоурок. Наверное, все-таки правильно сказать, видеоурок по закрытию вот этого края. Как он красиво смотрится, мне безумно нравится. Да, он немножко получается утолщенный, вот он с изнанки. Но он смотрится шикарно, и изделие получается классным. Я, конечно же, вам покажу после ВТУ в следующем видео, как это будет выглядеть. Кардиган отправится к ВТУ. У меня, можно смело сказать, готовая работа. Да, сегодня 5 июля, и у меня первая готовая работа июля. Это просто супер, согласитесь. Когда ты вот стараешься, вяжешь, конечно же, тут еще нужно будет немножко поработать над этой работой, а именно попрятать массу кончиков, которые я почему-то в этот раз не захотела прятать, а оставила так, как есть. Вот вам показываю перевод этого кардигашки, да, кардигана, конечно же. Вот такая прелесть. Очень мне все нравится, моя регланная линия. Здесь, конечно, как обычно, вот я сделала небольшую ошибку, допустила, но в кардигане, но в футболке, которую я вяжу регланом погон, я нашла, как этот вариант вязать. Вернее, если быть честными, то я нашла здесь, как вязать, но не с первых рядов. Надо было, может, распустить, но как есть. Вот. Так что мой кардиган готов. Он пойдет сегодня же купаться. После того, как я закрою все кончики, я отправлю его купаться. И буду очень счастлива, что у меня есть готовая работа. Да, Юля, сегодня у нас... Да, 5 июля, а завтра уже будет 6, вы будете смотреть влог, скорее всего, потому что завтра у меня такой насыщенный, опять предвещает день, к сыну придет друг, и они будут и у нас, и на улице, поэтому, ну, честно говоря, откровенно, будет просто не до съемок. Вязать я смогу, а вот снимать будет очень сложно, хотя у меня есть идеи на съемку, хочу для вас создать один очень полезный видеоурок. Я об этом уже задумалась, потому что были вопросы, и у меня есть чем поделиться, есть что вам рассказать. Именно по этой причине хочу создать такой видеоурок подробный. Сегодня уже вечер, вряд ли чем-то займусь. Возможно, займусь браслетом. Очень хочется. Но вот пока не довязала кардиган, не начинала никакой работы. Теперь можно смело начать новый процесс, согласитесь. Ну, пусть это будет не вязальный процесс. Но об этом я расскажу в следующих роликах, начала или нет, и что у меня получилось. Все буду вам, конечно же, вам показывать и рассказывать. Это же тоже моя часть рукоделия, это мои истории такие, пускай и не вязальные, да. Вот. Поэтому сначала ВТУ. Я почему хочу сделать сначала ВТУ? Потому что когда я в прошлый раз относила кардиган сына без ВТУ для вшивания молнии, то продавец меня спросила, а вы, ой, господи, продавец, простите, оговорилась, мастер швея, да, она меня спросила, а вы проводили стирку, стирали его или нет после вязания? Я говорю, нет. В принципе, когда стирала образец, то изделие не изменилось. Все было в порядке. Она говорит, ну, давайте попробуем, если что, будем потом решать этот вопрос по мере поступления. Все замечательно, конечно, она вшила змейку хорошо, отлично. Ну, а здесь я хочу провести ВТО и уже потом относить в мастерскую. И, скорее всего, я к концу недели попаду. Там как раз приезжает у нас парень, к которому я хожу на рынок. Просто мастерская находится на территории рынка, где я отношу. И вот, конечно же, этот факт тоже нужно учитывать. С этим временем. В общем, мне все безумно нравится. Нравится, как получилось и здесь. Видите, никаких дырочек, как я и говорила, получается. И эта имитирующая петля всегда мне нравится. И край аккуратный. Да, он слегка подзаворачивается. Я не кривлю душой. Но он все же есть. К
Кстати, вот еще у меня что осталось по пряже. Вот такой вот кусочек. В принципе, при желании можно было по пару рядов еще отвязать. Ну, вот знаете, потом дергаться, как было с топом Дианкой, ну, не очень хочется, согласитесь. Поэтому я это откладываю в сторону. Вот такой у меня маленький остаточек. Возможно, где-то куда-то и применю. Хотя сомневаюсь, куда можно толстую такую ниточку применить. Даже на бросовую нить она не пойдет, согласитесь. Но, друзья, у меня не только готовая работа. Я еще выполнила одну часть своего плана. И я этому безумно рада. Сейчас с вами поделюсь, о чем идет речь. Оп-оп-оп. Да-да-да, моя кокеточка. Она, друзья, уже разделена на рукава и тело. Вот они, эти рукавчики. К сожалению, все в кадр у меня не помещается, как бы я этого не хотела. Сейчас вот пытаюсь вам... О, поместилась вот таким вот образом. Я думаю, это будет более информативно. Вот так вот она выглядит. Я немножко ее отпарила. Это, знаете, было это был своеобразный полет фантазии. Вот она, моя спинка. Немножко, мне кажется, все-таки довольно сложно вязать по описанию. И тут уже дальше пошел полный мой полет фантазии, потому что описание меня совсем разочаровало, что это я так растянула не в ту сторону. Кажется. Нет, все правильно. Здесь все правильно, все замечательно. Мне нужно довязать, в принципе, все. Кажется. Цветочек мой готов, что ли? Ну да, получится все. Нет, не все. Мне еще тут нужно вот довязать. А, ну да, вот длину вот этой вот штучечки мне еще нужно довязать. Вот почему он какой-то короткий, кажется. И все. Но мне пришлось сделать прибавки. Я делала прибавки в каждом втором и первом ряду, чтобы расширить, потому что полотно получалось узким. Сильно узким. А сюда вот как раз довольно откровенно получается. Ну, как бы хорошо. Дальше уже больше не нужно. Я набрала на подрезы по 15 петель. Вот, видите, буквально чуть-чуть отвязала, но все же. И как раз примеряла, вот видите, на двух парах спиц, поэтому и вам хорошо удобно показывать, потому что на одной паре спиц показывать просто невозможно. Рукав чуть-чуть подзаворачивается, пересняла крючком, так аккуратно смотрится. Но нигде ничего не стягивает, это хорошо. После вот я отпарила, вот все равно оно заворачивается. Я хочу отвязать все платье, и потом уже примерю, посмотрю. Либо я оставлю рукава так, а возможно, я подниму петли и провяжу еще в длину немножко рукавчики. Посмотрю по руке, как это будет смотреться, как это вот красиво. Я же говорю, что это платье, это мой полет фантазии уже идет дальше. Поэтому здесь бы я, конечно, сейчас немножко шире сделала эту часть, но следовала описанию и считаю, что вот надо было вот сюда и сюда все-таки. Нет, сюда, видите, оно как бы на рукав заходило. Ну вот, сделала как по описанию полностью. Ну, можно было и... Но мне пока все нравится, поэтому как бы как так есть, так и есть. Передняя часть чисто лицевая гладь. И очень классно, мне кажется, будет платье. Нужно вязать быстрее. Но у меня есть в запасе месяц. Я думаю, к августу я его должна закончить. Поэтому я на август, на июль ставлю цель закончить платье и футболку, чтобы я могла их выгуливать, вынашивать, как говорится, да, еще этим летом. Ну, в принципе, я говорила, что платье мне хочется домашним. Вот, кстати, мой росточек в платье я тоже отвязывала. Я его вяжу, в принципе, как и мы вяжем реглан погоны. Здесь все нормально, я же говорю, я примерила, мне нравится, как сидит. Но более информативно, как сидит на тебе изделие, можно будет понять, когда ты хотя бы что-то отвяжешь. Я думаю, к следующему снятию влога я отвяжу хотя бы сантиметров 10 15. Ну, не так хочется. А там уж посмотрим. В принципе, тут уж пойдет дальше одна лицевая гладь. Вот чуть-чуть буквально закончить узора остается. Что-то мне непонятно. Вот здесь я где-то натворила, по всей вероятности. Это, наверное, когда я... Вот я здесь как раз и делала прибавки, видите? И видно, где-то что-то в лишнее прибавила. Ну, так уж так будет. В общем, отвяжу узор. Довяжу, да, вот у меня сейчас как раз, ну, где-то немножко рядов 5-6, наверное, узора. И тут еще ж пойдет, в принципе, платье на расширение, потому что, ну, как бы, фигурка у меня не маленькая, его нужно расширить. Я, конечно же, воспользуюсь тем принципом, что описано в описании, но там все, да, ну, в петлях. Ну, вот дайте какое-то понимание, ну, в общем, я буду ориентироваться туда, но брать свою информацию.
чтобы мне было более комфортно, чтобы это красиво сидело. Я для себя сделаю так, как мне нравится. И, конечно же, расскажу вам. Сегодня не буду рассказывать, как я вязала это платье, ну, как я добавляла. Я, наверное, уже в следующем влоге расскажу, потому что я не взяла свои записи. И идти за ними уже не вижу смысла. Я и так много наболтала для вас. Поэтому я пошла прятать кончики и вязать дальше. Всем пока-пока. До скорых встреч.